Строительство нового цеха по производству азотной кислоты на предприятии «Гродноазот» выходит на финишную прямую. Ввод в эксплуатацию намечен на конец этого года. Мощности производства составят 1 200 000 тонн жидких удобрений в сутки. Это почти в два раза больше, чем на имеющемся. Реализация инвестиционного проекта позволит снизить энергозатраты и сократить себестоимость выпускаемой продукции. В свою очередь, отечественные аграрии в сутки смогут получать до 3 500 тонн необходимых удобрений. Сегодня эта цифра составляет лишь 2 000 тонн. В так называемое межсезонье продукцию будут поставлять на экспорт. В сумме прирост по выручке за счет нового проекта составит более 200 миллионов долларов США. Если переходить на численность цеха, 80 человек, численность персонала цеха, то выработка на одного работающего превысит по выручке превысит 1 миллион долларов США. Также на «Гродноазот» запланирован к реализации масштабный инвестиционный проект по строительству нового азотного комплекса, фактически нового завода. Его строительство позволит создать порядка 600 рабочих мест, а также полностью удовлетворить потребность внутреннего рынка в азотных удобрениях.